каждый раз отмечали. Всем привет, это Тим Ризу, и сегодня мы вам расскажем о том, как мы сгоняли зал Шоссе. Кто такой Шоссе? Один из самых сильнейших трикеров на планете, по моему мнению. По моему мнению? По моему скромному, субъективному мнению. Да, но тут же очевидно, да? Зал называется Тандра. Ну, в общем, Саша расскажет сейчас. Зал называется Тамбра, и он находится в 40 минутах от Осаки, в городе Кобе. От Осаки до Кобе мы доехали на электричке, чуть не потерялись, но ничего, местные жители нам помогли, где сделать пересадку, как билет купить. В общем, люди отзывчивые в Японии, и мы добрались до зала, в принципе, нормально. Еще в Хирошиме на соревнованиях Женя увидел ребят Шоссе и Зена, которые смотрели соревнования по паркуру, и там их был тренер. В общем, мы подошли к тренеру, и тренер сказал, что мы welcome в их зале и можем приехать, потренироваться и посмотреть. Что интересно, вообще во всех залах свои порядки, и мы всегда спрашиваем, сколько стоит вход. Мы никогда не говорим, что мы известные фрираннеры, и мы должны везде бесплатно тренироваться. Вот, например, у Корки в зале мы заплатили, потому что хозяина зала, ну, не всех знает, просто это нормально. Вот, а когда я задала вопрос тренеру Шоссе, сколько стоит вход, он мне просто ответил ха-ха-ха. Сколько здесь обуви? Мы пришли в зал. Какой маленький зал. Шоссе и Зену. Хочу сразу сказать, ковер просто мягкий и пружинит. Ну, так себе, как все ковры. В этом зале тренируются абсолютно все. Там были ребята 18-летние, 14-летние, 9-летние. Там 9-летний парень... Да? Запилил. Да, там 9-летний парень сделал с колеса 2,5 винта в двойной битвист. Кривовато, но он поставил. Жалко, я не сняла. Но он такой стоял в уголочке, что-то танцевал, что-то какие-то кики делал, удары. И потом, когда более-менее так в зале все рассосались, стало меньше народу, он как начал фигачить. Происходит в этой Японии. Let's go, let's go, let's go! Let's go, let's go!
Донецкое! Также очень было круто наблюдать, когда трикеры смотрят фрирайнерские видосы, причем олдскульные видосы, они высматривают трюки, повторяют их, только под себя подбивая. У них стоит ноутбук в зале, и они просто прыгают свою линию, подходят, смотрят, о, вот крутой элемент, пошел и сделал. Причем они различные видосы, они смотрят брейкданс, они смотрят трикинг, паркур. Гимнастику смотрят? Да, по-моему, все. Ну, они все смотрят, да. Сноутборды, все, что крутится, вертится, они смотрят это. Это очень интересно, потому что ребята таким образом вдохновляются. Сокращаются, расслабляются, может быть такое? В общем, у них какой-то электронный прибор, классно я говорю по-русски. Я не умею говорить по-русски. Я не могу выразить свои мысли. Может быть, хватит сидеть на Ютубе и пора читать? Да, ты который раз? Да! Очень поразило то, что парни, которым по 14-15 лет, в конце тренировки разбивали свои забитые мышцы электрическим прибором. То есть в таком возрасте беспокоиться о своем здоровье – это достойно уважения, это профессионализм. Да, я такого на самом деле не видела. Кто в 14-15 лет думает о том, что у него когда-нибудь что-нибудь заболит? У нас как? Сломалось, отвалилось, и тогда ты только идешь к доктору, тогда ты начинаешь делать какие-то компрессы, процедуры и заботиться о своем теле. А ребята смотрят наперед и делают эти вещи для профилактики. Это очень круто. В общем, мы классно провели там время, вернулись в Осаку, собрали чемодан и в 5 или 6 утра выехали в следующий город Нагоя. Мы пришли на спотик. Мы паркур-туристы. Мы приехали, на самом деле, в этот город только из-за этого спота. Чокнутые. Мы решили поехать, потому что до Токио было далеко, и решили где-то сделать остановочку посередине. Также мы там потренили на классном споте, но, правда, мы были очень вялые и уставшие. После особенно тренировки в зале шоссе мы поехали смотреть центр города, пофотались. И аниме-магазины. Женя купил пару сувениров, не дождавшись Акихабары в Токио. Ну и правильно сделал, потому что... Потому что увидят потом. Да. 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 Угадайте, куда я пришел. Ищи порнуху свою. Кстати, все билеты на автобус мы покупали за сутки, может быть, даже меньше иногда. И когда мы начали смотреть билеты в Токио, оказалось, что нет билетов вообще. Только на скоростной поезд. И в прошлом влоге мы сказали, что у нас не получилось поехать на скоростном поезде. В этот раз получилось. Ну, в общем, поезд очень скоростной, быстрый, такой красивый. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И если вам нравятся влоги, где есть только я один, смотрите их. Пишите в комментариях. Если вам нравятся влоги, где я одна... Таких нет влогов. Будут. Все, всем пока.